Специалисты с выездом на дом, а точнее в здание спортивной школы «Зенит». Мобильная бригада социального центра «Елена» на колесах предоставляет социальные услуги на месте. Такие выезды специалисты проводят больше года. За этот период оказали услуги 17 несовершеннолетним, 7 пенсионерам и 11 гражданам с ОВЗ. Один из них – Миша Яников. При первичных диагностиках у несовершеннолетнего было выявлено, что у него низкий эмоциональный фон, что он нуждается в коррекции и развитии устной и письменной речи. После проведения всех диагностик междисциплинарная команда специалистов разработала индивидуальный план работы с Михаилом и приступила к его реализации. Для более качественного оказания услуг специалисты используют мобильное оборудование, в том числе приобретенное в этом году за счет окружного бюджета. Например, набор логопеда. Он действительно волшебный, уникальный. Во-первых, он очень удобен при транспортировке, очень мобилен. Для наших вот таких выездных мобильных бригад работы с детьми ОВЗ, с детьми-инвалидами с нарушениями речи – большой, очень много комплектов в нем находится. Такие как комплект для развития мелкой моторики и комплект для развития произношения звуков, комплект логопедического массажа. Новое оборудование появилось и у психологов социального центра «Елена». В этот раз специалисты используют иматон. Данная технология, данный инструментарий – это ребенку позволяет повысить свою самооценку, уметь овладеть своими чувствами, своими эмоциями, своими переживаниями, страхами, уметь налаживать контакты со взрослыми, уметь адаптироваться в социальной адаптации, что позволяет наш диагностический чемодан Симага, позволяет выявить уровень развития ребенка. Это то есть все наши высшие психические функции. Такие занятия, на первый взгляд, очень простые, но эффективные. Мише они даются очень легко. Мы сегодня были у психолога, логопеда. Мы занимались логопеда долю в дудочку, потом еще слоги делали. А у психолога мы просто эмоции разглядывали. Мне понравилось все. Нравятся Мише и занятия по лечебной физкультуре. В спортивной школе проводят активные игры, которые помогают развить скорость, реакцию, улучшить глазомер и координацию движений. Завлекаю личным примером, то есть детям все новое, интересное, необычное, так скажем, завлекает и интересно. То есть я стараюсь и сама в игру вовлечься, и показать что-то ребятишкам. Ну, вроде бы получается. Сейчас у Миши уже наблюдается положительная динамика. Мальчик начал контролировать свои эмоции. У него формируются новые навыки общения со сверстниками. Алла Ислаева, Никита Мищенко. Новости Губкинского.